Приветствую! Вы на канале Звездный Социум. В этом видео о том, как изменилось поведение Татьяны Брухуновой, супруги Евгения Петросяна, после замужества. Итак, к теме. Похоже, в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой сейчас не все так гладко. Напомню, что пара официально оформила отношения в прошлом году, а уже в марте этого года у них появился ребенок. Сына им родила суррогатная мать. Казалось бы, все хорошо, денег куры не клюют, молодая Татьяна Брухунова занимается воспитанием сынишки. Но нет, в этой семье очень непростые отношения. Татьяна открыто воюет с дочерью Евгения Петросяна от первого брака, Викториной. Та, в свою очередь, не взлюбила молодую избранницу отца. А вот к бывшей жене Елене Степаненко относится с большой симпатией. Друзья и коллеги артиста открыто высказываются о том, как страдает сейчас Евгений Петросян. Цитата. «У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль. Молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Викторина не взлюбила Татьяну, на этой почве и ссоры. И Татьяна стала характер показывать. А ведь Петросян ушел к Тане от Степаненко, потому что Брухунова вела себя очень мудро. Она вошла в образ философский, многозначительно молчала. Как говорится, в женщине главное не глаза, а рот. Но чтобы закрытый. А после свадьбы она, видимо, его открыла. Веревки из мужа вьет. Дочь переживает, что Татьяне от миллионов Петросяна немало отлетает. Он много чего уже успел оформить на молодую жену. Вот так. Все считали Татьяну Брухунову серой мышью, а оказалось, что клыки-то у нее не хуже, чем у тигра. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.